Террористическая группировка «Исламское государство Ирака и Леванта» вербует в свои ряды 8-летних детей. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун в своем ежегодном докладе. По его данным, дети проходят военную и идеологическую подготовку в качестве бойцов джихада и получают содержание в размере $200. Как сообщается в докладе, Сирия остается одним из наиболее опасных мест для детей в мире. Согласно оценкам организации, в результате конфликта между правительством и мятежниками в 2011 году погибли более 10 тысяч детей. За последние месяцы число убитых и получивших увечья несовершеннолетних значительно возросло.